космические корабли, начиная от малых, заканчивая, как скажем, даже авианосцами. Вот. Основная задача – это значит, борьба со средствами воздушного нападения противника. Вот. Значит, ну, характерные особенности – скорострельность до 5000 выстрелов в минуту, вот, боезапас, значит, ленточное питание. Боезапас, значит, лента вооружается на 2000 выстрелов, вторая 1000. Вот. Ну и дальше, в зависимости от расположения, значит, это самое, в карабинных там барбетах, дополнительно в цинках уже дополнительный боезапас. Так, ну что можно сказать? Значит, артустановка разработана достаточно давно и до сих пор стоит на вооружении. Ну вот, как зарекомендовала себя с очень хорошей стороны, периодически модернизируется. Вот, ну, по опыту скажу, что надежный аппарат очень.